реабилитации диких животных Велес в Раполово пришла весна. Проснулись после затяжной спячки медведи, хулиганят миниатюрные лошадки, качаются на качелях хищные конюки. Пока старые постояльцы радуются теплу и солнцу, в карантинной зоне идут на поправку новенькие. В мае сюда попали сразу двое потерявшихся детенышей. Ну что, кто тут нервно бьет копытцем и рвется наружу? Это маленький кабанчик Молекула. Буквально 1 мая детеныша спасли в одной из рек Ленинградской области. Теперь, чтобы расти здоровым и сильным, ему нужно питаться по часам. Давайте его достанем. Звезда моя, пошли. Опа. Она уже кусается, потому что хочет есть. Всего за неделю на вкусном молоке крошка Молекула прибавила в весе вдвое. Если так пойдет и дальше, совсем скоро кабанчик вернется в естественную среду обитания. Рвется на свободу и второй найденыш – месячный лисенок. Нору роет. Глеб пытается выбраться на свободу, готовит побег. Это он умеет. В отличие от своей полосатой соседки, хит